Война и мир. Том 4. Часть 1. Глава 1. При дворе и в свете происходят интриги. Но существенно война ни на что не повлияла. В обычной традиции был и вечер у Анны Павловны Шерер. Там собрались читать патриотическое письмо отца Сергия. Главная новость все же была другая. Елена Безухова заболела. Настоящая ее проблема заключалась в выборе между двумя мужьями. После бесед о разных предметах читали письмо Сергия. Оно вызвало восторг. Все исполнились патриотизмом. Новостью дня в этот день в Петербурге была болезнь графини Безуховой. Графиня несколько дней тому назад неожиданно заболела. Пропустила несколько собраний, которых она была украшением. И слышно было, что она никого не принимает, и что вместо знаменитых петербургских докторов, обыкновенно лечивших ее, она верилась какому-то итальянскому доктору, лечившему ее каким-то новым и необыкновенным способом. Все очень хорошо знали, что болезнь прелестной графини происходила от неудобства выходить замуж сразу за двух мужей, и что лечение итальянца состояло в устранении этого неудобства. Но в присутствии Анны Павловны не только никто не смел думать об этом, но как будто никто не знал этого. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.